Друзья, всем привет! Помаши ручки, Валера машет. 2 месяца назад на этом же месте я записывал видеообращение по поводу нашего открывающегося проекта на планете «Рендер весны». А сегодня 31 декабря 2014 года, друзья, акционеры наши любимые, дорогие, которых больше уже 400 человек набралось. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, практически уже наступившим. Собственно, через пару часов он уже наступит, например, в моем родном Магадане, Владивостоке и прочих наших дальних городах. Тем не менее, хочу уже сейчас поздравить всех, поблагодарить еще раз, как мы уже неоднократно это делали, от всего нашего зверского джаза, нашего коллектива, всех, кто поучаствовал и участвует, продолжает участвовать в нашем проекте на planete.ru по поводу нашего будущего альбома «Хранитель весны». Я хочу пожелать всем в будущем году, 2015, не болеть, себе в основном, кстати, тоже желаю, поскольку никак не могу выбраться из этих болезней. Вот, чтобы дети поменьше плакали, там вон кто-то бедненький. Наверное, ему не подарили какой-нибудь воздушный шарик. Быть желаю вам здоровыми душой, самым главное. И почаще думать о близких, делать им всякие приятные вещи, получать в ответ приятные. Желаю, чтобы 2015 год прошел для нас, для всех и для вас более счастливо и успешно, и удачно, чем 2014, который, как я понимаю, для многих был весьма сложным годом. Но хоть надежда — это достаточно глупое чувство, я считаю, но один раз в году, 31 декабря, разрешаю надеяться. Еще раз всем спасибо. Привет от всего Animal Jazz. Совсем забыл, друзья. У нас грядет тур в поддержку «Хранителя весны». И, в частности, 22 марта в Ростове-на-Дону концерт. Поэтому ждите ростовчане новых акций. Вы все остальные заходите на наш проект на Planete.ru и мониторьте ситуацию. Там будут супер акции специально для этих городов. Я домой, к салатам.